Это письмо, которое мы готовим, это черновой вариант, оно предназначалось не вам. Мы предназначали это письмо спикеру парламента. Мы хотим, чтобы вы знали, что аннулировав в 2016 году наши паспорта, вы не только лишили нас гражданства, но и сильно унизили нас, забрали будущее у наших детей. Блестящие выпускники наших школ не видят перспектив в дальнейшем своем росте, уезжают на обучение в вузы Республики Грузия, становятся там высококвалифицированными специалистами и сюда больше не возвращаются. Когда Владислав Григорьевич Арзамба призвал самурзарканцев вернуться, он не видел в нас врагов. И почему вы искусственно создаете в Гале резервацию?